Дамы и господа, леди, джентльмены, представьте, что вы где-то вечером сидите в каком-то кафе или в таком маленьком домашнем театре, как наш, и пьете свой вечерний чай с молоком или без, или кофе, обсуждаете все ваши проблемы, вспоминаете свою жизнь. Вот вы уже все обсудили, вы обсудили даже вашу соседку, обсудили все политические новости, и вот что-то вот в вашей душе щемит. Вот что-то в сердце, как будто бы пустота какая-то, как будто чего-то не хватает. И вы начинаете вспоминать вашу первую любовь. Вы вспоминаете человека, которого вы любили, и когда вы увидите, у вас сильнее бьется сердце. Вот это любовь, как вы думаете. Любовь, она бывает вообще? Бывает, да. Это первое чувство, когда вы... Оно никогда не забываемо. Вот это чувство, когда вы первый раз увидите своего любимого или любимую, и оно вот летит где-то в космосе, так далеко, высоко, не в этом темном космосе, а в другом, метафизическом космосе, и остается навсегда. А вот чем отличается любовь от влюбленности? Любовь — это более глубокое чувство, а влюбленность — это такое более, может быть, легкое, такое маленькое. Или, может, вообще не бывает никакой любви? Ну, вообще, любовь между мужчиной и женщиной, между мальчиком и девочкой, это все одна любовь. Любовь к животным, вот любовь к собаке. Сейчас вот много любви к животным, там открывают парикмахерские для животных, кафе для животных. Это все разная любовь, это одна любовь. Любовь к Мерседесам, любовь к виллам, любовь к Мазерати. К имуществу. Или говорит, что я так сильно люблю, я так люблю, что своей любовью готов задушить другого, что я не даю никакому, не даю места его любви. То есть я на этой любви готов убежать уже далеко-далеко. Вот что это за любовь? Может быть, любовь бывает эгоистичная, когда я хочу приобрести, и любовь отдающая, когда я... Когда я готов отдать, можно ли отдать жизнь за любовь? Ой, что-то я заболтался вообще, о чем я говорю. Вы знаете, я вообще люблю говорить ни о чем. Ни о чем — это единственное, о чем я хоть что-либо знаю. Добрый вечер. Ой, Констанция. Это жена Оскара Уайльда, это я. Five o'clock. Пора пить чай, Оскар. Заболтался. Я так люблю его беседы, когда мы пьем чай. Это очаровательно, просто очаровательно. Он такой талант. Цинь. Это человек, который всему знает цену, но сам ничего не ценит. А, человек, дайте человеку маску, он скажет вам всю правду. Так он не в состоянии рассказать. Большой успех всегда требует некоторой неразборчивости, средств. Все мы слышны канали, но некоторые смотрят на звезды. Жизнь слишком едкая штука, она съедает искусство. Модно то, что носите вы, что носят другие, не модно. Правда, девушка? Вот чтобы быть молодость, да? Нужно совершить все ее ошибки. Дело в том, что старости не существует. Это предрассудок молодости. А опытом мы называем наши ошибки. Правда? Мы ненавидим недостатки других людей. Но, собственно говоря, это наше достоинство. Опасность всегда существует, только для того, чтобы бояться. Надо поддаться искушению. Другого выхода нет, Оскар! Хорошо. Мой способ ощущения – это говорить всегда правду. Правда – это самое смешное. Я хочу сказать одну вещь. Дело в том, что чем меньше у женщин денег, тем раньше ей надо выйти замуж. Так, качество пьесы – это качество ее идеи. Ах, наш брак! Что бы это нашем браке? Каждый в браке хочет жить своей жизнью. Женщина хочет жить своей жизнью, мужчина хочет жить своей жизнью. Она идет на юг, он на север, в конце концов, он разворачивает на восток. Хотя не добить восточного ветра, Оскар! Парадокс, вот и неправда. Оскар, я очень страдаю, когда тебя нет за нашим чаепитием. Ты всегда обслуживаешь, всегда. В конце концов, дом для женщины – это дом, а для мужчины – это крепость. Иди, говорит, перейди чай в гостиную, дайте мне разобрать историю. Я хочу сказать только одно.
брать его, что вырвать из тебя себя. Ha ha ha!
здании студент. Он сидел на ветке дерева и думал о таинствах любви. Но вот он взмахнул своими темными крылышками и взвился в воздух. Он прилетел над рощей, как тень, и как тень пронесся над садом. Посреди сада стоял пышный розовый. Только одну красную розу, вот все, чего я прошу. А
одну единственную красную розу. Знаешь ли ты способ получить ее? Я знаю. Но цена ее так дорога, что я не решаюсь способа назвать его тебе. Открой мне способ. Я не боюсь. Чтобы получить красную розу, ты должен сам создать ее из лунного сияния. Ты должен растить ее своей кровью. Ты должен петь, прижавшись ко мне грудью. И когда мой шип пронзит твою грудь, твоя кровь перельется в меня и станет моей кровью. Смерть, смерть, дорогая цена за красную розу. Жизнь мила каждому. Как хорошо, сидя в лесу, следить за солнцем в яркой колеснице или за луной в колеснице из жемчуга. Как сладко благоухание боярышника, как милы синие колокольчики и вереск цветущий на холмах. Но любовь, она дороже жизни, и сердце какой-то пташки ничто в сравнении с человеческим сердцем. Соловей взлетел в воздух, расправил свои крылышки, пронесся над садом и пролетел над рощей. А там все еще в главном студе, и слезы еще не высохли в ее глазах. Радуйся, радуйся, будет у тебя красная роза. Я создам ее из звуков своей песни при лунном сиянии. Я обогрю ее горячей кровью своего сердца. Награду я прошу у тебя лишь одного. Будь верен своей любви, ибо как не мудра философия, любовь мудрее, гораздо мудрее ее. И как не могущественна власть, любовь гораздо сильнее любой власти. У нее крылья цвета пламени, пламенем окрашено тело ее. Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану. Студент слушал соловья, но он не понимал, что говорит соловей, потому что он знал только то, что написано в книжке. Thank you.
вечно и несокрушимо, сверху. Не должно быть никакого соединения, небо должно быть надо мной и звезды. И хорошо где-нибудь в лесу. В лесу чудесно, правда? Или в поле, в поле, в поле прекрасно. Что, не нравится? Нет уж, оставьте как есть. Терпели при жизни, потерпите после смерти. А мистические животные пусть прорастают сквозь вас. И уж как-нибудь стремятся к Богу. Когда на небе засияла луна, соловей прилетел к розовому кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался его в грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь. Ближе прижмись к моему шипу, совушка, не твой день придет раньше, чем залит роза. Стала алой великолепная роза. Алой стало ее сердце, как утренняя заря. Ах, какое счастье! Воскликнул студент. Вот, самая прекрасная роза на свете. У нее, наверное, какое-то трудное латинское название. Она удивительно неправильная.
толстую книгу и стал изучать философию. Ах, Оскар, какая прекрасная пьеса. Это замечательно, Оскар, ты талант. В конце концов, там, где кончается любовь, начинается просто покой. А боль, это спасение чувств. Но ничего не получилось, он же ничего не понял, что делать. Да? Как? Да. Роза выброшена. Так. Ну что ж. Потому что Роза была не его, потому что соловей вырастил Розу. Боже мой. Ничего не получилось, любви не произошло. Он не понял, он не оценил той любви. Оскар, все равно загадочный, прекрасный. Даже если немножко непонятно. В целом, очень талантливо. А знаешь, в былые времена, я хотела сказать, что в былые времена люди считали, что душа может существовать без денег. И чем меньше у вас денег, тем больше души. Да, но нынешнее поколение иного мнения. Душу очень дорого содержать, намного дороже, чем автомобиль, потому что душа поглощает все. Поэзию, живопись, красивые наряды, озера и общество прекрасных людей. Если у вас нет денег в этой стране, вы лишены всего этого. Может быть, поэтому мы так изголодались, наши души такие голодные. И мы сейчас очень долго не сможем все это понять. Правда?